Ну вот, показываю, что я хочу приготовить. Из молодой картошки мы выкопали. Я поделила картофель на крупный сорт и на мелкий. Сейчас из мелкого картофеля покажу, как вкусно приготовить его к мясу. Для начала я, конечно, тщательно промою под проточной водой, щеточкой. Буду использовать картофель вместе с кожурой, так как картофель молодой и кожура тоненькая. Вот такая чистенькая должна быть. Так, теперь беру кастрюлю, закладываю картофель, заливаю водой. Ставлю вариться на плиту. Обязательно воду солю, по вкусу примерно щепотка. Варю картофель примерно 15 минут. Тем временем нарезаю пучок укропа свежего. Измельчила. Возьму сливочное масло, у меня вот такое вот подсоленое с зеленью. Выглядит оно так. Один кубик будет достаточно. Чищу красную луковицу. Нарезаю на дольки. Картошка сварилась, сливаю воду. Возвращаю назад. Пока картошка горячая, закладываю сливочное масло. Всыпаю зелень укропа. На перья порезанный красный лук, примерно чайную ложку 9% уксуса, перец, ну еще немножко соли. Все перемешиваем. Вот так. Картошечка молодая, готова.